И смех, и слезы. Минуты радости, разочарования можно увидеть и почувствовать на выставке фотографий, посвященных главным мировым спортивным мероприятиям. Вложить столько эмоций в свои фотографии Олесе Игнатьевой помогает то, что она сама спортсменка. В моей выставке очень много эмоциональных именно фотографий, потому что спорт очень эмоциональный. Очень много снимков, где после поражения спортсмены, например, плачут. Много снимков, где спортсмены после финальных поединков, именно победители, радуются, как дети, ликуют. Самая ценная фотография на выставке, по мнению Олеси, сделана на Универсиаде. Ей удалось запечатлеть танец спортсмена по греко-римской борьбе после выступления. Свое увлечение Олеся намерена превратить в дело всей жизни. Она собирается связать свое будущее со спортивной фотожурналистикой. Оценить ее творчество может любой желающий. Выставка продлится до конца Олимпиады. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.